покажу 4 варианта причесок, которые я подносила в школу. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, первый вариант. Мы зачесываем наши волосы в хвостик. Фиксируем все резиночкой. Расчесываем наш хвост, чтобы он не был запутанным. Беру маленькие силиконовые резиночки и завязываю их вдоль всего нашего хвоста. Затем промежутки, которые у нас получились, мы вот так вот их делаем объемными. Прическа готова. Вариант номер два. Волосы оставляем хвостики, делим на две пряди и каждую прядь заворачиваем в одну и ту же самую сторону. Если, например, первую прядь завернули в правую сторону, то вторую прядь тоже. Переплетаем их между собой в противоположную сторону. И когда переплетаем, дополнительно прокручиваем пряди. И все это фиксируем маленькой резиночкой. Прическа номер три. Заплетаем колосок. Только заплетаем колосок не обычный, а пряди ложим под низ, чтобы у нас получился такой объемный колосок. Также заплетаем волосы до конца и зафиксируем резиночкой. Теперь зачесываем волосы в хвост. Туда же добавляем нашу косу. Завязываем хвост резиночкой. Нашу косичку мы оборачиваем вокруг хвостика, чтобы не было видно резинку. Фиксируем невидимочкой. Теперь делаем по желанию, можно сделать эту косу более объемной. И последний наш вариант. Мы берем прядь волос и таким же образом делим на две части и заплетаем жгут. Затем заплетаем второй жгут. Завязываем все в хвост. Прическа готова. По желанию жгут может быть один.